Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force. Получаем карточки. Так, три штучки взяли. Ага. Ежедневочки у нас готовы. Давайте мы с вами их откроем, посмотрим, что нам из них достанется. Вау, опять Доктор Стрэндж. Вот это фартит, ребята. У меня уже 20 карточек, по идее, их. А сколько нужно для открытия? Ну, наверное, 75, как обычно. Это лошпен. Все, получаем. Давайте дальше смотреть, что у нас здесь. Да хорош уже. Время ограничено. По-моему, даже нужно 100 карточек, скорее всего, ребят. Так, достижения у нас тоже выбираем. Халк-то потихоньку копится у нас. Наверное, скоро мы откроем. Я, кстати, еще ни у кого не видел Халка в компании. Может быть, он хреновенький? Так, доступен налет потрясения. Так, шанс выиграть осколки дрожжи. Интересно, что за дрожжа? В 1,2 раза больше энергии за что? Проходи миссии Человека-муравья во время ивента, я так понимаю. Так, изменение способностей. Обновление для 6 персонажей. Укус осы скоро, значит, получится у нас. Будет в игру добавлена оса, подружка нашего Человека-муравья. Новая сфера потрясения. Выиграет до 180 осколков дрожи. Кто же такой дрожжи-то? Посмотрим. Завербуй звездного лорда в ходе этого ивента. Так, космический ас, это у нас скоро будет. И устрой еще больше налетов. Уменьшено время восстановления для, наверное, отката. Ладно, хорошо. Все это, ребята, нам предстоит, наверное, увидеть. Ежедневные цели. Получаем открытие двух сфер. Да, скоро, ребята, получим с вами уровень. Это очень замечательно. Выиграть два боя на арене. Ну, давай посмотрим. Где у нас тут арена? Так, открытие. Сколько у меня хватает? У меня хватает как раз 5. Назовем их капсул. И, пожалуй, мы... Куда же нам пойти-то? Давай вот сюда. Вот этого попробуем разбомбить. Я не знаю, тут, по-моему... А, нет, самому надо. А я думал, что есть на ускоренном. Типа, пропустить можно. Ладно, хорошо, будем сами разбирать. Нам-то какая разница. Так или сяк. Наказывать, да? Арена. Два боя нам нужно сыграть. Опять мы где-то с вами на крыше. Ну, где там? Ага, кроссбоунд у него есть. Ну, в принципе, состав команды как у меня. Только в чем отличие, я что-то не могу понять. А, понял. У меня сорви голова, у него кроссбоунд. Ну, тем хуже для него. Ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, спайдера в любом случае мы сейчас будем с вами ликвидировать. Да. Нет, выжил. Выжил, ребята. Странно. Там у него здоровье это было. На расплюнуть. Хорошо, сейчас ему кранты. Кто у меня следующий ходит? Я просто боюсь получить от кроссбоунта супер вот этот удар, когда он забегает в толпу и делает взрыв. Очень мощно это. Ага, но он решил провокацию сделать. Хорошо, тогда будем его, пожалуй, ликвидировать. Сможем. Так, Спайдермен уклонился, молодец. Ёлки-палки, я же доктора не взял, а? Слишком сильно мы тут не забалуем с вами. Так, ладно, будем дальше продолжать мочить кроссбоунта. Ну-ну-ну-ну, да что ж такое, что за удары нелепые такие вы делаете? Давай попробуем так сделать. Ать! Нет, стоит, стоит. Блин, причем как будто ничего с ним не происходило. Ладно, продолжаем. Во, уже получше, ребята. Так, ну что же, я думаю, что будем с вами уничтожать карателя. Потому что он своими массовыми атаками просто запарит. Давай, хорошенько бомбани его. Во, ай-яй-яй, встал, он все-таки встал. Ну все, спайдер делает свое дело. Да кого ж ты бьешь-то? Ах ты, провокация, ё-моё. Вот, значит, как он прикрыл. Хорошо, делаем тогда вот этот удар внезапный в спину. Но не добили. Зато он оглушен. Кого? В моего, да? Зашибись, а у него так лично моего подбило. Кейдж, не ожидал. Все стоят. Ладно, сейчас точно ему будет крышка. И вот теперь мы добиваем карателя. Добиваем же.
Держись, головушка. Нет, ребят, смотрите, стоит. Вот теперь точно ему, да, кранты. И у нас последняя вражина. Электро. Ну что-то ядрено вож. Давай, спайдер. Что-то как-то слабенько, ребята, слабенько. У меня бьют персонажи, мне это не нравится. Ну и подкачать я их не могу, нету сфер. Ой, то есть этих, короче, чипов на усиление. Даже так скажем. Что, я не понял, какое возрождение? С какого вдруг перепуга у него возрождение там было? Здравствуйте, приплыли. Так, у меня ранг уже 6000. Ну что, практически 200 очков мы пролетели, да? Хорошо, у нас еще один бой, ребят, впереди. И мы выберем с вами... Вау, тут Росомаха даже есть. Смотрите, все берут с собой Кроссбоунда. Хм, может быть, и мне пора бы его брать с собой. Так, тут 11 минут откат. Я не буду, ребята, тратить пока эти сферы. Не сферы, а кубки эти, как там называется, короче, ячейки. Пойдемте лучше пока посмотрим, что мы можем за это время сделать. Так, мы можем в компашку пойти. Рейды Альянса я, по-моему, завершил. Так, сезон рейда, смотреть. Нет, смотреть-то это понятно. А где именно проходить его? Синяя сфера, лиловая сфера. Нет, это все не то, если честно. Так, редкие материалы. Смотреть, временный рейд. Рейды Таноса. Так, рейд Таноса 1. Фрагменты мегасферы. Уровни 25-40. Ой, хорошо, давайте посмотрим прогресс рейда. Так, 4000 нужно, да? У меня 8, как раз хватает. Команда. Смотреть. Ох ты, ё-моё. Блин, там будет Танос, не знаю, потянем. Сколько? Это что-то, я надеюсь, это не ХП у него показывается. Ух. И вот команда. Нанесён урон. Ладно, все, сейчас попробуем, ребят, с вами зайти. Вступить. Да ладно, только не говорите, что мы будем злыми ходить, играть сейчас. Давай-ка вот сюда начать. 10 энергии потратим. Или поменять лучше. Так, а здесь у нас кто? Ой-ой-ой-ой-ой. Тут стрелков очень много. А здесь в основном защитники. Давайте с этих начнем, пожалуй. Так, моя команда. Кроссбоунд. Что же мне сделать-то, а? Кого? Давай мы вместо электро, пожалуй, тебе возьмем. Вот так вот. И будем использовать его на суперудар, который уничтожает практически всех с одного взрыва. Ну а если даже не уничтожает, то наносит колоссальный урон. Ивент. Ох, если бы мне еще там сколько не хватает. Буквально, по-моему, 100 сфер. И мы сможем с вами открыть. Может быть, несколько даже карточек Таноса. Сколько здесь врагов? 7. Я вижу пока 4. Значит, еще трое попозже спустятся. Хорошо. О, неплохо, в принципе, нагрели. Отлично. Так, давай-ка, паучок. Ну, ну ё-моё, ну что ты? Что ты там дергаешься? Близок делаешь, нет? Давай-ка. А, и это провокация. Но зато контратака есть. Минус один. Соответственно, усиляем команду кейджем. Вот, контратака. Вот чем хорош Кроссбоунд. Давай, погнали. Ах ты, там провокация висела. Ладно, сейчас будем его тогда уничтожать. Давай-ка, лупани. Бум, бум, готов. Ха, этот еще и в воздухе его подстрелил. Неплохо они сработали. Матрица, ё-моё. И остался лишь последний. Но тут еще должно быть 4 врага. Видимо, когда мы с этим разберемся. Да, вот они, прибыли.
Ну-ка. Так, карат. Вот это вот мне не нужен здесь чувачок этот. Ну, ребят, хорошо, что они ватные и разбираются довольно легко. Вот, давайте сделаем. Бау! Хе-хе, неплохо, согласитесь. Но, правда, мы за это тратим свое здоровье. Что это такое ты там чудишь? Не надо тут выделываться. Карат, преследователь. Так. Добивочный и... Добили? Нет? Не вижу. Нет. Стоит на ногах. При этом еще и дерется. Все, добиваем, наверное, ребят, с вами. И... Нет. Не добили. Ну... Отлично, крит-удар. Все, командочка моя свое дело сделала. 50 сфер получили. Это неплохо. Так, ну что, будем дальше идти? Я думаю, что есть смысл, потому что у нас еще, ну, буквально 5 боев. Кто тут у нас? Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Нас не испугаешь, да, ребят? Надо бы подхилить их, но... Вот давайте этого, наверное. Куда, куда? Подожди, куда ты улетел-то? Я хотел... подхилить. Так, сколько у нас? 55. 35 осталось всего лишь. Ладно, поехали в бой, ребята. Попробуем накатить им всем. Блин, это ж пока я там до Таноса доберусь. Боюсь, не хватит у меня отхилок. Это будет как... в той серии, блин, в битве чемпиона, где я на муравьета наткнулся, который разобрал меня просто-напросто. Ну, будем пытаться. Так, один из врагов здесь. Ё-моё, врагов целая куча, тьма просто. Мне, знаете, чего не хватает? Вот я играю сейчас. Не хватает очень много массовых ударов. Провокация, еще одна провокация. Ах ты гад, ах ты гад. Ну ладно, сделаем тоже провокацию. Усиление. А ну-ка, бомбим нафиг. Нет, Кейджа мы не будем делать провокацию, а звездануть надо обязательно. Ну-ну-ну. Да что ж такое-то, эй. Да как так, сейчас, по-моему, он упадет. Черт, нифига не расписали его. А что так быстро-то? Вот это нежданчик, ребята. Окей, кроссбоунс. Так, давай стрелять. Кейдж, добей, пожалуйста. Да, как же, добьет он. Сорви голова только лишь. Может, мать. Так, вот еще, блин, а вот и голова тут приземлился. Преследователь, или как его там, каратель. Слушайте, вот эти вот бабы, блин, которые на руках, смотрите, у них там лезвие, очень сильно и жестко бьют. Практически ничего не отнял из-за здоровья. Но, бум, в голову. Неплохо, неплохо, я скажу. Каратель, держись у меня. Мы накажем этого все-таки или нет? У него здоровья практически не осталось. Эх, блокировал, представляете, блокировал. Хорошо, мы делаем усиление команды. Что-то я чувствую, что мы здесь с вами встрянем. Что он там послал? Регенерацию. Держись. Сейчас, если каждый сходит. Да что ты там чудишь-то? Регенерацию он вешает на всех, причем постоянно. Так, лечение. Опа, опа, опа. Ё-моё, блокировка способностей. Ну, добей, голова. Эх, не смог, блин. Так, ладно. Там провокация, хотел, думал, бомбануть. Да чтоб тебя, блин. Критует и критует, а. Все, провокацию мы сбили, короче, ребята. Я его сейчас в первую очередь нафиг буду бомбить. Он достал. Ну. Да куда ты переключилась, цель, ё-моё, блин. Я же ставил. О-о-о, все, сорви голова, упал, ребят. Блокировку лечения поставили, то есть хиляться мы уже не сможем. Давай-ка вот так попробуем. Есть. Завалили. Ух,
напряженно, как все. Давай попробуем вот этого. Не получилось, да? Выжил. Слишком у них крутая выживаемость, я смотрю, здесь у всех. Еще раз, два, три, четыре, шесть. Шестеро. Давай вот этого, то, что он там ныкается, прячется. Ну, Кейдж, ну ё-моё. Все, ребят, тут, по ходу дела, мне все стало ясно. Слишком слабенькая у меня пока команда. Да если бы тот лопух не делал бы постоянно регенер... Замечательно, получается, у него вон сколько чуваков в команде, а у меня-то всего лишь сколько, пятеро, шестеро, блин. Да, тут нас расписали. Поражение, ну что поделаешь. Персонажи, что мне персонажи? Если бы мне дали чипов бы на усиление, то, блин, только пишут это. Ну, где? Давай посмотрим. Нету, ребята, я не могу тренировать их. Видите, не хватает, блин, чипов этих. И это меня очень злит. Хорошо, давайте тогда будем просто качаться с вами. Так, ладно, здесь пока мы прекратим. Жесть. Я представляю, что вот здесь вот творится на 60-х уровнях. Ну, дайте мне уже выйти. Ежедневные цели. Так, рейды. Ну, давайте пойдем тогда в компанию. Мы с вами, по-моему, не закончили на муравье. И я думаю, что самое время продолжить. Похоже, тут целый ящик сфер, который очень похож на то, что мы ищем. Полагаю, их сторожит кучка оскверненных уродцев, да? Поехали! Ну что ж, поехали. Кучка оскверненных уродцев. А может быть, даже и получится пройти у меня полностью историю Человека-муравья. Ну давай, 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 прогружайся, не томи. Так, черная вдова. Эти сферы — собственность истинного Вижна. Уходите или познайте ярость Ультимуса. Стоп, оскверненный Вижн сбежал? Ну, а я что говорил? Уроды. Так, вдова, что там она делает? Скрытость? Хорошо, мы будем, наверное, тогда... Да, начнем с хилки. Нечего, как говорится, ей тут хилить. Что там? Блин, провокацию повесил, а? Блин, причем у них провокация, ускорение. Что ты тут выделываешься? Так, нам пока рановато хиляться, ребята. Пока рановато. Давайте просто выстрелим. Что такое? Контратака. Оу, вот это ты вжучил. Так, муравьишка, поможешь нам? Давай-ка сделай доброе дело. Отлично. Замедлили хоть кого-нибудь-то. Теперь моя очередь. Погнали. Так, лечение. И сделаем усиление команды. Так. Этот у нас в замедлении, а хилку в любом случае надо добивать. Теперь, пожалуй, давай вот с этого. А, это стрелок щита. А, вот, оказывается, дрожь. Все, ребята, я теперь понял, кто такая дрожь. Значит, ивент идет у нее, получается, так. Стоп, 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 не надо буянить. Блин, это с провокацией тут стоит. Хорошо, давай, муравей. Тин-тин-тин-тин, накумарил. Плюс способности мы у него отобрали. Так, вдова, может быть, хватит уже выделываться, да? В инвизе стоит. Думает, что все ей можно. Ну, как бы не так. Погнали. На, бубен. Отлично, крит-удар на 3000. Так, и паучок добьет. Молодец. Красава. Ах, тут вот как. Еще, значит, шайка появилась. Ладно, давайте дрожь, наверное, будем добивать. Замедление повесило, а? Смотри.
Дрожжи как не бывало. Солдата щита. Ну, в принципе, неплохо, я думал, ударили. Так, паучок, давай-давай. Нет, получилось. Что, провокацию? Ну, естественно, эти дурачки вот только провокацию имеют вешать. Поэтому надо будет их потихонечку разбирать. Так, по-моему, надо похиляться нам всем. И... Что, во, вот эти вот мрази меня бесят. Какие-то там у них шипы на руках. Я не знаю, как это назвать-то даже. Ну, муравей, давай. Вот так вот. Практически уже добили. Кейдж делает свое дело. И у нас три врага. Но это пока еще должно быть три. Давай-ка в паутинку. Ну, стреляй. Есть. Все, пускай пока подумает последний. Ну, а мы добиваем. Вот они, воу. Явилась вдовушка. Естественно, в инвиз. Пробахнулась. Муравей, молодец. На тебе. Черт, как вот она меня раздражает, а? Я могу ее сейчас... Да, могу, ребят. Давайте попробуем ее ликвидировать нафиг. Не так-то просто. Все, сейчас, я думаю, сорви голова. Если бы вот он кританул хорошенько, то у нас бы, пожалуй, получилось бы все. А, и опять замедление, да? Да какая же она крепкая. Я вниз бомблю, бомблю. И все равно ей пофиг, ребят. Во, Кейдж, ну ё-мо, я думал, сейчас ты... Сейчас ты упадешь у меня, вот что я знаю. Сейчас ты у меня упадешь, к сожалению. У тебя очень мало здоровья. Давай сделаем вот так. Так, контрудары пошли. Что ты это придумываешь? Оу, нифига нашлепнуло. Ну, вы видели прекрасно, да? У меня Кейдж и Спайдер просто улетели в забытье. Ладно, я надеюсь, что... Почему муравей не ходит у меня? Вы что, издеваетесь, что ли, а? Остался у меня муравей и... Сорви голова. Как они так быстро расписали это всех? Да, муравей, по-моему, здесь ненадолго у нас. Что-то вообще не пошло дело. Вам не кажется так, а, ребят? Вообще разбирает просто с пухочка. Все, проиграли мы здесь. Фи. Не понял я, нифига. Ничего вроде бы такого сложного не было. Блин, а что же тогда нам сделать акцент, ребята, а? Гамбит ракеты. Неужели ракета тут стала доступна? А, да, я здесь играл. Робот против енота. Это, по-моему, с Ультимусом там... Ой, не с Ультимусом, а с этим. Как этого робота, короче, звать, я забыл. Ладно, давайте тогда, наверное, продолжим здесь, вот с этой линии. Нет, не-не-не-не, блин, придется играть. Мы проникли внутрь, а теперь взорвем это местечко к чертовой матери. Быстрее, они знают, что мы здесь. Значит, и дерево с крыской уже на подходе. Да уж. Так, ребята, это у нас команда за злых, она у меня не прокачанная, блин. Придется играть, раз уж выбрал, мне уже никак отступные не сделать. Да, серия что-то не задалась, валят и валят, а? Я рассчитывал лучше сегодня поиграть, если честно. За работу, время не ждет. Дайте мне минутку. Сколько здесь? 16 врагов, да вы издеваетесь, что ли? Что? Росомаха тут, блин. 16 врагов, да куда нафиг? Тем более у меня такие лашпены, они вообще не прокачаны, ребят. Как мы сейчас будем играть, я ума не приложу. Ну, хотя бы так. Давай. Да, вы сами видите, урон ничтожный. Ну что ты выеживаешься, а? Ослабление защиты. Офигеть, он тут бомбит.
Давай-ка, хиляемся. А, нет, не хиляемся. Готовлю взрывчатку. Так, стадия 1 из 4 завершена. Альтрон. Альтрон, да. Вот как робота этого звать. Забыл все на свете, блин. Ну-ка. Хорошо. Хиляться надо. Ну, давайте немножечко похиляемся, наверное. Стой, стой, стой. Не падай у меня, главное. Так, Альтрон минус. Давай-ка этого попробуем. Получилось? Отлично. Взорвали. Но врагов-то еще много будет. 13. Так, хиляемся потихоньку. А, блин, почему хиля? Подключаю детонаторы. Это не хиляться, ребята. Это он активирует эти. Я просто по медику сужу. У меня же медик, когда достает этот КПКшник, у него идет отхил. Так, готово, да? Ладно. Куда? Ты куда там стрельнул-то вообще? В небытие. Блин, Спайдермен, ты достал уже. Готов один. Так, ну что, паучок. Твоя очередь настала. Оглушение повесил на электру. Давай, последнюю, да? Устанавливаю таймер. Еще будет. А, еще одна фаза будет. Еще одна фаза. Ладно, сейчас подождем. Вау, явились, не запылились. Давай-ка вот так попробуем. Да, фигня какая-то получилась. Слушайте, мне вон ту надо уничтожать как можно быстрее. Сейчас начнет свои дрожжи распускать. Кто ходит? Ага, давай-ка. Кстати, вот если этого лучника раскачать, я думаю, неплохой массовик из него получился бы. Все, надеюсь. Заряд успешно заложен. Ну, стадии завершены, да. Ребят, мы победили. На 3 звезды. Ну, хоть где-то повезло. Так, что нам достается? Отлично, вот, чипы дают. Так, а это что у нас такое? Что это? Что-то знакомое. Базовый катализатор. Улучшение. Это нужно для моих ребят. Так, ну что, я думаю, наверное, есть смысл сходить. Ага, враги у нас Грут и ракета. Надеюсь, их только двое. Ладно, поехали, ребят, посмотрим. А, так вот кто наводит панику на нашем заводе. Что-то ты сказал? Выглядишь как полное чучело. Я аж дар речи потерял. Я есть Грут. Ну, это уж слишком. Ругаться с деревом? Меня жизнь к такому не готовила. Давайте просто подеремся уже. Так, разбаланс такой. Давайте просто давайте подеремся уже и все. Расставим точки над «и». Подеремся или избиение будет? Тут... два варианта, ребят. Я надеюсь, все-таки подеремся. Не хотелось бы отдуплиться здесь моментально. Я есть Грут. Ой-ой-ой-ой-ой, опять этот звук хромать начал. Грут говорит, что пытаться взорвать чужой завод нехорошо. Может, вы просто заткнетесь и сдохнете? Так, вот это мне не устраивает, ребят. Сейчас, секунду. А вот так вот оно будет лучше. По крайней мере, этого скрежета не слышно. Так, ну что, начнем с енота. Я не понимаю, почему в игре вот эта вот фигня происходит со звуком. Причем в некоторых миссиях. Не во всей игре. Так, давай енота. Вот так вот. Эх, не добили чутка. Так, уклонились. Молодец. Грут, ты успокойся нафиг, буяни тут. Давай взорвем. Ой, провокацию он взял. Он взял провокацию, я хотел енота добить. Ослабление атаки замечательно. Ну опять хилку свою врубает. Ну точно, так и есть. Он хилит. Кровотечение повесили. Слушайте, ну здесь они не такие крутые.
Здесь они разбираются по-божески. Куда? Что там? Что там? А, ну да, конечно же, их не суперудар. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, все-таки подбили у меня одного солдатика. Они за это ответят. О, Грут сложился, все, ребята. Ну и, естественно, и енот тоже. Отлично, осталось уничтожить всего один завод. Возвращайтесь за новыми указаниями. Так, ну что, ребята, мы прошли. Блин, жалко, на 3 звезды не получилось. Так, ну зато получили сферу. Катализатор. Так, ну все, давай, хорош там скрипеть. Можно уже звук-то возвращать на место? Надеюсь, что можно. Так, здесь у нас что? Опять у нас альтроны, да, здесь? Ладно. А если мы... Что, ничего не сделали, что ли? Ни ежедневочки, ничего? Странно. Давай-ка ежедневные цели посмотрим. Так, выиграйте 2 боя на арене. По-моему, уже откат там произошел. Давайте посмотрим. Открыть. Да, давайте тогда подеремся. Ёнду. Ну, можно вот этих вот разобрать. Рискнуть, как говорится, здоровьем. Поехали. Сейчас, если мы выиграем здесь, то я думаю, что уровень у нас уже будет получен. Ну давай, давай, не томи. Ага, где-то в горах уже. Но покажите мне. Так, начнем, пожалуй. Давай-ка с медика, чтобы не хилялся, да? Ну. Вот, вот люблю, когда Спайдермен делает комбинацию. Причем на многих персонажей. Очень полезно, кстати. Так, добили? Нет. Не выдался как-то момент. Так, в инвиз. Теперь кто ходит? Кто ходит? Йонду. Со своей тут стрелой. Ну, а нам пора, наверное, вот так вот сделать. Да чтоб их, а! Делаем усиление. Я больше уверен, сейчас он тоже сделает. Ладно, это его не спасет. Все, спайдер. Опа, он увернулся, что ли, да, ребята? А, мы то же самое. Давай электро... Да что такое? Что у него за уворот там? Паучье чутье сработало. Воу-воу-воу-воу-воу. Йонду, ты потише, пожалуйста, а? Ну-ка, влупим. И... А, он там погиб уже. Я думал, что это он там стоит. Регенерация и провокация, значит, да? Хорошо, Кейдж. Как скажешь. Все, оглушили. Кого ты тут призываешь мне еще? Эй, так мы не договаривались. Блин, взяли палача, мне уничтожили, гады. Кейдж на провокации все стоит, ладно. Давай, добьешь? Нет, не добил. Паук, твой выход. Так, отлично, всем дал тут жару. Блин, а где у меня все? У меня всего 3 персонажа осталось. Не говорит, что я еще здесь проиграю. Слушай, я не знал, что Йонду может призывать помощь тут. Вот честно вам скажу, не знал. Хорошо, давай попробуем разобрать карателя. Во-во-во-во, молодец. Отлично, спайдер. Готов, пошел, как говорится, отсюда. Уворот. Ну, делай свой уворот. Тихо, 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 не надо тут стрелой своей буянить. А мы будем разбирать карателя. Что ж ты... Ну? Давай, 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 дубась его. Есть. И остался Йонду со своим, блин, уклонением. Не надо никого призывать, да ты смотри, что творит, а. Воу, подвели, наконец-то. Неплохо крит на 3300.
черт, мы лишились с вами сорви головы. Есть, подбили Йонду. И остался вот этот вот говнюк мелкий. Ну, фу, тяжело было, но справились мы, ребят. И ранг у меня повысился. Значит, дальше будет сложнее и сложнее. Так, ну-ка смотрим. Ежедневную цель выполнили, да? Выполнили, получаем. Уровень дадут нам? Не дали пока. Выполнить 10 миссий кампании. Я только 3 сделал. Так, прогресс кампании злодеев 2. Ну, можно еще один сделать. Мы можем сделать вот так, ребят, даже. По-моему, должно засчитаться. Да, засчиталось. Так, получаем. И уровень, ребята. Уровень. Поздравляю нас с 32-м. И еще опыт. Блин, 9000. В принципе, не очень много. 700 очей набрать. Так, участвовать в 3 миссиях команды героев. Ну, давайте вот здесь вот по-быстренькому с вами сделаем. Я что, всю энергию, что ли, спустил? Не понял, ребят, по-моему... Да идите вы со своим вижном. Я, по-моему, ребят, всю энергию спустил. Тренировать одного персонажа. Неужели я могу тренировать кого-то, а? Смотри-ка. Давай-ка с Электрой. В тень. Снимает с цели один положительный эффект. Хорошо, улучшим. И тренировка. 30 тысяч, нифига тут. Расценочки, этап завершен. Это хорошо, что он завершен. Так, смотрите, этапы у нас. Крупный игрок, трать золото. Получить сферы. Тоже мы получаем. Припасы. Сферы, да? Так, где они у нас? Какие именно? Ну, наверное, обычные, стандартные нам открылись. Да, базовые. Ладно, глянем, что нам из них выпадет. Да, не очень хорошо. Ну, фиг с ним, давай еще одну. Кто ты такая? А, аристократка. Требуется осколков 45. А где у меня, интересно, вообще все персонажи, которых я могу посмотреть? Я хотел посмотреть, сколько мне нужно для того, чтобы получить доктора Стрэнджа. Неужели 100 осколков, а? Это слишком круто, мне кажется, будет. Так, где вот он здесь? Давайте-ка глянем. Вот, ага. Да, ребята, 100 осколков нужно для него. Так что он еще не очень скоро откроется. Быстрее вот эти вот пооткрываются. Стрелок, щита, снайпер, гидры. Для дрожи нужно 45, а у меня уже 16 есть. Также Ронан обвинитель. Для Халка 180. Теперь понятно, почему я его еще не видел. Кстати, можно Меченого взять. Меченый же это вроде бы как супергерой, да? И Меченый у нас, кстати, находится в этом, в компании злых. Вот здесь. Вот здесь. Я, по-моему, его прошел на 3 звезды, если я не ошибаюсь. Да, вот он. Энергия у меня есть? У меня нет энергии, ребята. Автопобеда. Купить. Ну, давай купим. Сколько мне дали энергии? 121. Так, ну давай. Подожди, подожди, я же хотел. Я хотел немножко не так сделать. Мне нужна автопобеда. Давай-ка сделаем вот так по полной программе. Я могу теперь его завербовать. Завербовываем. Кто он такой? Так, у него метательный нож, карточный фокус, смертельный выстрел и без промаха. Меченый, сколько звезд? Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Одну звезду всего лишь дали. Блин, ты что такой слабый-то, а, парень?
Я думал, что ты крутой, а ты какой-то лошпен, оказывается. Так, ну-ка, тренировка. 55-й и стал сколько? Ну, даже не показали, блин. Хорошо, выставляем все, что у нас есть для него. Ну, а у нас что-то для него не очень много чего есть. Улучшение. Давай еще. 330. Да как-то слабо все равно, ребят. Еще наденем. 23 уровня он, да? Одна звезда. Мне нужно еще карточки на него искать. 30 штук, чтобы поднять его по рангу. Ну, а пока не знаю, стоит ли его брать. Карточный фокус. Наносит основной цели 90% урона с увеличенным на 10% шансом крит удара. И с шансом 50% проводит бонусную атаку, нанося 60% урона с увеличенным на 20% шансом. Блин, офигеть. Вот зачем вот так вот мудрить? 20, 40, 50, 60 этих процентов. Нельзя, что ли, как-то по-другому? Да, ребята, у меня чипов больше нету, к сожалению. И ничего я не смогу сделать. Так, ну что, давайте, наверное, мы с вами на этой ноте будем завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии. Ну и продолжим играть. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до скорых встреч.